Добрый день. Меня зовут Вячеслав, тренер по фитнесу. Сегодня мы с моим ассистентом, с Яной, покажем вам комплекс упражнений на верхнюю часть тела, тяговые упражнения. Для тяговых упражнений можно использовать или ремень, веревку, или простынь. Берем кончик простыни, делаем узелок, завязываем. Берем второй кончик простыни, делаем узелок. Теперь мы подходим к двери и устанавливаем этот интересный тренажер. Мы подходим к двери, где узелок у нас был. Мы просовываем за дверь один кончик, второй кончик. Вот мы сделали такой небольшой тренажер. Работаем на тяговые. Ноги на ширине плеч, руки прижаты к корпусу. Делаем угол наклона. Выпрямляем ручки и тянем груди. Работаем на широчайшие мышцы спины. Выпрямляем полностью руки, тянем груди. На выдохе. Следующее упражнение будем использовать жгут или амортизаторы. Значит, ножки у нас также на ширине плеч. Делаем такой перехлёст резины, натяжечку. Спинка прямая. Смотрим вперед и начинаем тяговое движение к животу. Выдох, тяга. Здесь у нас работают широчайшие мышцы спины. Мы продолжаем наш комплекс. Сейчас нам Яна покажет упражнение, где мы будем работать на боковую часть корпуса. Подходим, беремся за простынь, становимся боком. Руки в замочек на макушку, локти в стороны. И тазобедренный сустав у нас уходит в левую, то есть в сторону. И в исходное положение возвращаемся. Вдох, выдох. Здесь очень хорошо прорабатывается полностью вся боковая часть, межреберные мышцы, боковые мышцы. Движение в спокойном темпе. Отлично. И завершаем наш комплекс упражнений на мышцы кора и на мышцы живота. Я наложусь на спину. Левая рука согнута в локте за головой, правая прямая за голову. Это делаем мы упражнение комбинированно, то есть тут работает и верхняя часть тела, и нижняя. Нога левая на весу, нога прямая левая на весу. Одновременно подъем делаем руки и ноги. Тянемся к носку и в верхней точке делаем мощный выдох. То есть здесь мы работаем на мышцы живота, верхняя, нижняя часть пресса. Косые мышцы живота. Следующее упражнение, это называется ходячая планка. Упор лежа на локтях. Ровное положение тела, носки, затылок. И поднимаемся, встаем на руку. Левая рука, правая рука, локоть, локоть. Правый локоть, левый локоть. Правая рука, левая рука. Выполняем упражнение в течение 30-40 секунд. Стараться не прогибать спину поясницы. Держим положение тела строго ровно. Закончим. И последнее упражнение на мышцы живота. Ложимся на спину. Руки под ягодицу, поясничный отдел прижимаем, ноги поднимаем вертикально вверх и медленно опускаем правую и левую ногу. То есть называется ножницы. Темп медленный. Движение. Ноги вверх, поднимаем, выдох. Ноги опускаем вниз, вдох.
Выполняем также упражнение до утомления мышц живота. Все. На этом наш комплекс закончен. Всего доброго, до новых встреч!